его начало расположено вблизи поселка Большой Утриш, и в переводе с тюркского Утриш – оползень, осыпь. Всего в 2 километрах от смены находится государственный природный заповедник Утриш. На встрече с участниками профильной смены «Узнай Россию» сотрудники заповедника рассказывают о современной экологической ситуации и роли природоохранных территорий. И для нормального течения жизни природы нужно, чтобы один вид вымирал 100 лет. А сейчас кто-нибудь знает, какая цифра, сколько видов гибнет? Один вид в минуту. Если вы посчитаете, то это больше 500 000 за 100 лет. Методисты отдела экологического просвещения поделились интересными фактами о редких видах растений и животных. Например, что новорожденный черепашонок размером меньше грецкого ореха, а голова богомола похожа на капельку воды. Но нашим глубоким убеждением является то, что любить можно то, что знаешь. Поэтому мы приходим к ребятам и в первую очередь рассказываем о том, что же у нас вообще, что мы охраняем, что происходит на территории нашего заповедника, почему он был организован, этот заповедник, о его обитателях. После лекции сотрудники заповедника провели викторину и за правильные ответы вручили подарки. Инне Ульянкиной из Пензы легко давались ответы на вопросы. Девушка изучает биологию и интересуется экологией. Я хочу больше узнать о месте, где я живу, больше узнать о родной природе и также о природе вообще в целом России. То есть мне это очень интересно. Ну, я очень рада, что я отдыхаю именно в экологическую смену, то есть по моей специальности. Но я поражаюсь именно красотой природы Краснодарского края. Мне доставляет удовольствие море, горы, богатый растительный и животный мир. Отрадно то, что дети, вот особенно специализированные экологические смены, когда здесь детки отдыхают, что дети действительно занимаются. И мы видим, тот, кто будет юный, уже в будущем биолог, зоолог, для жизни это вообще нужно на Земле.